Вот сколько у нас слив, и мы будем собирать самые спелые из них. Ну вот это продолжаются дары моего сада лентяя. Я собрала сливы и везу их домой перерабатывать. Будем делать варенье. Ну, вы помните, что мой самый первый фильм был весной, когда у меня цвела слива. Потом вы видели, как слива созревала, как я ее собрала. Мне не хотелось бы варить варенье и класть ее в такие не очень красивые баночки. Поэтому мы будем украшать баночки, в которых мы будем класть нашу баночку. Вот эту уже. У нас такая вот все-таки красивая появилась баночка. А вот с этой стороны мы написали тоже контуром слива 2016 сентябрь. Вот. Так что вот наши баночки. Вот мы еще здесь привязали такую красную соломку, чтобы совсем вот такой вот был деревенский вид у нее. Вот наша баночка. Теперь нам осталось доварить варенье, мы его варим, и разложить по баночкам.